Уже видны очертания будущего стадиона. Монолитный бетонный каркас возведен более чем наполовину из 250 тысяч кубометров бетона. Отлиты уже 130 тысяч кубов. Вскоре ввысь начнет расти и космический купол. Стартовал второй этап работ. Строители приступили к возведению купола стадиона. На этой площадке установлены стапели – временные конструкции, где будут собирать крупные блоки будущего навеса. Гигантская металлическая конструкция будет весить 13 тысяч тонн. Первую партию металла уже поставили в Самару. Нитки больших труб – это составляющие консоли, так называемые. Эта конструкция будет 80 метров, которую перекрывать будет стадион. Ну, в плане навесов над трибунами. Вот таким образом. Поле стадиона всегда будет открыто. Это требование ФИФА. Возвести купол строители планируют за год. Параллельно продолжат работать и на трибунах. Сейчас по готовности лидирует сектор А. Здесь на третьем ярусе расположится VIP-ложи. Здесь пока уже есть перекрытие, вы видите, над нами и вверху, и внизу. Начали работы по внутренним помещениям. Все работы идут точно по графику, даже в холодное время года. Простоя нет. Радует глаз обзор, который открывается с трибун. Все поле, как на ладони. Марина Кравцова, Артем Сулайманов. События.